Чипинко здесь. Это трек про братьев. Про фальшивых братьев. Поехали! Это не братья, что кинут тебя в любой момент. Это не братья, которых зовешь, они не оппонент. Это не братья, которые подставят тебя ради шут. Это не братья, когда начинается бой, теряется дух. Это не братья, которые говорят не вслух. Это не братья, которые при падении не подадут своих рук. Мне не нужны просто братья, мне не нужна просто дружба. Мне не нужна ваша лицемерная служба. Сможешь ли ты, как я, за тебя ступиться? Ты боишься, значит передо мной я опустился. Мои слова зацепились и ты молча злился. Даже если ты слабый, прояви свой дух. Убежал, когда пиздили друга, значит ты петух. Нету игривых сомнений, я твердо в своем убеждении, что ты трусливая сука, все сделаешь так, что пиздили не тебя, а друга. Нету братьев в данный момент, звонишь не абонент. Так зачем они нужны, когда решаешь все только ты? Нету братьев в данный момент, звонишь не абонент. Так зачем они нужны, когда решаешь все только ты? Ебал в рот их, блядь. Я вам брат, когда делаю много на вас затрат. Я вам брат, когда есть у меня в кармане деньжат. Я не брат, когда нет у вас травы и баб. Я не брат, пойдемте от него, ребят. Жизнь, драма, жизнь, сука. Хуевая жизнь, пойми, врывается без стука. Всевышний сверху все кидает нам людей. Мы должны отличить нормальных от близей. Отгородить себя от проходимцев и властей. Рукопожатия, новые знакомые. Смотри, пацан, они кривые или ровные. И скоро у тебя появится братва. Не на один день, а на многие года. Который заступится за тебя в любой момент. Который для тебя всегда будут оппонент. Который не откажет тебе ни в чем и никогда. Нету братьев в данный момент, звонишь не абонент. Так зачем они нужны, когда решаешь все только ты? Нету братьев в данный момент, звонишь не абонент. Так зачем они нужны, когда решаешь все только ты? Ебал в рот.